Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая: тонизируем, либо активизируем, либо расслабляем, успокаиваем, контролируем шею. Точкой В11 даджу, а также состоянием меридиана мочевого пузыря. Пожалуйста, внимательно смотрите, как проходит данный меридиан. Он два раза контролирует шею в нашем с вами организме. И любой человек имеет что? Иногда испытывал, не имеет, а испытывал, простите, боли в шее. Иногда была у него болезненность шеи. Вот. Иногда человек шею отлежал. Иногда проснулся, вздернулся, почему-то шею потянул. Иногда получил травму, ушиб, удар. Вот. Иногда у человека, что поставили, скажем так, не иногда, а шея настолько чувствительна, что при различных поворотах головы человек испытывает дискомфорт во всем теле, не только в шее. Но начинается это дискомфорт шеи. Как всегда, традиционно это распространенное заболевание – остеохондроз. Ну и, конечно же, тяжелое заболевание – искривление шеи. Чем может помочь акупунктура? Уважаемые зрители, внимательно, не только меридиан мочевого пузыря контролирует шею. Не только. Также и другие меридианы. Здесь очень участвует меридиан сильно желчного пузыря. Потому, если вы не знаете, в каком состоянии данный меридиан, будет тяжело помочь шее. Вот вам, пожалуйста, два основных меридиана. Здесь еще также тонкий кишечник, толстый кишечник. Здесь у нас идет и печень, как ни странно, и почки, и желудок. Вот он в каком состоянии данный меридиан. Тройной обогреватель. Многие скажут, мы не знаем. Сразу задается вопрос, что вы лечите. Также мы не знаем. Что вы массажируете, также мы не знаем. Вот приходит человек к массажисту, делает массаж. А данный меридиан у него слабенький. А массажист еще больше расслабляет. Вот потому диагностика 12 меридианов при различных заболеваниях, травмах, ушибах и болезней шеи обязательно. Особенно в хроническом состоянии. Почему? Потому что вам припишут разрушение там, хрящей, позвонков, что там, и позвонки стерлись. Все, что хочешь, только не состояние 12 меридианов. Потому диагностика 12 меридианов вам в помощь. Данное важно запустить данный меридиан, чтобы энергия начала циркулировать и контролировала за то, что она отвечает. И точка В11 даджу вам в помощь, она непосредственно находится в вблизи шеи. И данную точку следует что? Расслаблять. Но если меридиан слабый, данную точку нужно что? Активизировать при всеразличных заболеваниях шеи. Спасибо за внимание.